Эфир «Россия-24» продолжают вести Ульяновск. В студии Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И коротко о том, что ждет вас в сегодняшнем выпуске. Техника и удобрения только отечественные. Эдуард Истомин о том, как меликесские аграрии работают в условиях санкций. Не сдается и бьюти-сфера. Салоны красоты обещают оказывать услуги, несмотря ни на что. Социализация и самореализация. 4 коррекционные школы отремонтированы благодаря проекту «Доброшкола». Зима выдалась снежной, из-за чего опасность выхода рек в половодье возросла. Чтобы избежать серьезных последствий, коммунальные службы, МЧС и администрации районов уже начали подготовку и проверку спецтехники, а также очистку каналов для отведения талых вод. Игорь Кранцев убедился. А это костюм. Когда человек прорвался, побился в воде, и... Вокруг еще лежит снег, а сотрудники МЧС уже готовят технику, в том числе и лодки со спасательными жилетами. Предугадать ситуацию довольно сложно, но к возможному подтоплению нужно подойти во всеоружии. Уже по традиции в первые дни календарной весны не только технику осматривают. С водителями обсуждают совместные действия в той или иной ситуации. При необходимости вся эта техника будет задействована в любой точке левобережья. Если город берем, у нас, если в него канализация не справляется. У нас здесь, в новом городе, традиционно потапливается, соответственно, улица у нас Ленинского комсомола, и где пересекается с Филатова. Там была ливневка сделана, но тем не менее, если упустить этот момент, вот сразу не промыть и не сделать, чтобы вода уходила, могут быть потопления. Только в Ульяновске и пригородах в зону возможного подтопления от паводковых вод попадают 123 частных дома. Но опасность представляют и талые воды. В Ульяновском районе, неподалеку от села Крутояр, чистят от снега водопропускные каналы. Это место в числе потенциально опасных. Трассе, под которой проходит канал, уделяют особое внимание. Всего в регионе более 300 подобных мостовых переходов и почти 4000 водопропускных труб. Здесь пару километров. Деревня Русская Беденга. Здесь находятся озера, пруды, озера. Не знаю, как правильно их назвать. И это было летом, не выдержала дамба. И там полностью смыло. Полностью. И деревня была несколько дней отрезана от мира. Там сейчас мост. То есть есть вероятность, что и весной может что-то подобное произойти, если не убрать? Ну, конечно, да. Поэтому мы и проводим плановые мероприятия противопаводковые. К возможным паводкам подготовили более 600 единиц различной техники. Численность специалистов, которых могут задействовать для ликвидации ЧП и их последствий, около 6000 человек. Противопаводковые меры на особом контроле у властей региона. Игорь Кранцев, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Меликесские аграрии делают ставку на самодостаточность. В крестьянско-фермерском хозяйстве Паркаева закупают исключительно отечественное оборудование и удобрения. Такой подход ограждает его от внешних негативных факторов, а также дает возможность развиваться. О том, как кормить свой регион и ни от кого не зависеть, в материале Эдуарда Истомина. В хозяйстве Паркаева не считают дни до дембеля зимы. Впереди весенняя посевная, техника уже наготове. Механизатор Сергей Филяев крутит последние гайки в боксе. Как растает снег, пересядет на трактор «Беларусь» и в поле. Зарплатой, говорит, доволен. В среднем выходит 35 тысяч рублей, можно сказать. Ну, неплохо, я бы сказал, для села. Можно и не найти даже такую, за такие деньги работу в городах. На улице зябко, но работа как волк, который не в лес, а в поле бежит. И минус 10 не повод задержать сцепку «Барон». У нас все отечественное, поясняет Александр Паркаев. Запчастей на год вперед приобрели. В крайнем случае подкупим в России. Техника сейчас стала надежная, она энергонасыщенная, она со всеми комфортными условиями, поэтому, ну, можно сказать, ничем не отличается от иностранного производства. Лет 10 назад Александр Паркаев отремонтировал заброшенную базу, хотя она была сродни дому Павлова. Помог и грант начинающий фермер. На полученный миллион хозяин закупил агрегаты и стал обрабатывать 120 гектаров. Сейчас земли на порядок больше, как и отечественной техники в парке. По программе Росагролизинга, это государственная программа, мы приобрели трактор «Версатайл» RCM 24-00. Это производство города Ростов-на-Дону, наш завод.
Александр вместе с братьями Иваном и Максимом подсуетился и с удобрением. Благо, Тольятти в 40 километрах. Один такой мешок весит под тонну. Но душу греет то, что на поклон к заграничным поставщикам ходить не надо. Купили, и вопрос закрыт. Покупать мы начали с мая 2021 года. Так что нам удобно, что у нас тут все рядом. Все комфортно, как бы удобно. И еще начали закупать это еще по старым ценам. У фермеров есть время до посевной, но транжирить драгоценные минуты не в их правилах. А посему здесь на отечественном комплексе сортируется зерно, пшеница и ячмень. В день по 40 тонн качественного посадочного материала. Зерновой комплекс очень хороший, мне нравится с ним работать. Самое важное, что самый передвижной, практически тут следишь только за подачей зерна. И как бы, чтобы как, ну, не забивало ничего, там мусора никакого не было. 4000 тонн пшеницы и 1000 тонн ячменя. Таков прошлогодний фермерский урожай. И это не считая гороха с подсолнечником. При этом переработчики в шаговой доступности. Имеется и господдержка в виде программ. А значит, никакие санкции Паркаевым не страшны. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Меликесского района. Красивым быть не запретишь, даже под санкциями. Индустрию красоты в Ульяновске вполне возможно ждет тотальное импортозамещение. Однако салоны красоты достойно встречают перемены и обещают, что будут оказывать клиентам услуги, несмотря ни на что. Буквально на днях мы стали лучшим салоном Ульяновской области по версии АПИК. Об этом салоне красоты в юго-западном районе ходят легенды. Недавно коллектив отметил 6-летие работы. Рекламу практически не дают. Отзывы передают из уст в уста. Вы знаете, ни один клиент, очень-очень много клиентов говорили, что от нас уходить не хочется. Но мы до такой степени мы любим своих клиентов, мы очень к ним лояльны, очень-очень уважаем. Поэтому делаем, оказываем услуги качественно. У нас недорого, очень лояльные цены, адекватные. Поэтому к нам возвращаются. Правда, недавно прайс на услуги пришлось пересмотреть. Все из-за взлетевших цен на материалы. Но гости салона отнеслись с пониманием. Поток большой, желающих много к нам попасть, мастера. Ну, я всегда называю это команда мечты, мастера очень хорошие, работают уже очень долго, у нас текучки нет. Я уже второй год хожу, они мне нравятся, поэтому хожу. То, что прошу, делает, иногда подсказывает что-то свое, что как бы сделать что-то лучше. А не доверяю. Анна Васильева делает людей красивыми уже 20 лет. Большой опыт дает возможность утверждать, российские аналоги салонных средств ничем не хуже импортных. Главное все-таки – это руки мастера. Я давно работаю, в принципе, мне очень нравятся наши краски. Так что нет, не хуже совершенно, очень достойные. Очень много ухаживающих средств, которые поддерживают волосы. Вот, и люди очень довольны. Я, например, люблю, когда у меня с улыбкой уходят и благодарны мне. Салон открывался с двумя рабочими местами. Сейчас в смене 5 мастеров. К лету планируют расширяться. Говорят, главное – приносить радость людям в любых условиях. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Выходные в России отметили День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ. Накануне праздника лучших работников жилищно-коммунального комплекса чествовали в стенах областной администрации. Заслуги солидны. Только за прошедший год в регионе заменили 116 километров водопроводных сетей. Это рекордный показатель. Построили почти 100 километров газопроводов. Мы уделяем повышенное внимание вопросам реформирования и модернизации сферы ЖКХ. В частности, перед отраслью стоят серьезные задачи, связанные с обновлением материальной базы отрасли, привлечением инвестиций в коммунальные предприятия, цифровизацией ЖКХ, повышением качества предоставляемых услуг. Награды получили и ветераны отрасли, и те, кто добился определенных успехов за последние годы. К слову, в отрасли, которая у многих ассоциируется с сильным полом, трудятся и женщины. Судя по отношению ко мне, я пользуюсь уважением у мужского, у мужиков у наших, если честно. И, справляюсь. Люди понимающие, люди грамотные, люди уверенные в себе, люди, которые хотят работать. День работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания отмечают уже более 40 лет. Впервые его отпраздновали в 1980-м, а до этого он был объединен с профессиональным праздником торговых работников. Антимонопольная служба минимизировала число проверок в пандемийный год, но без серьезных нарушений не обошлось. Итоги подвел руководитель управления.
Очень важное дело было, допустим, в отношении водоканала у нас городского, когда мы смогли по заявлениям жителей поселка Лаишево пересчитать им незаконно начисленные платежи, примерно по 5000 рублей на каждую семью. Благодаря антимонопольщикам более 100 жителям Лаишевки вернули переплаченные средства. И это не единственный пример работы ульяновской службы с монополистами в сфере ЖКХ. Было, значит, двойное, по сути дела, предъявление к жителям города, двойная оплата за поставляемое тепло по формуле и по тарифам. Вот в этом году закончили, в 2021 году закончились эти тяжбы, суды всех инстанций, дело доходило до Верховного суда. Наше решение устояло, наши штрафные санкции в размере 8 миллионов там также устояли. В минувшем году сумма штрафов по выявленным нарушениям осталась примерно на уровне 2020-го. В целом, за прошедший год в региональное управление поступило свыше 1000 жалоб от граждан и юридических лиц. Штрафные санкции наложены на сумму свыше 10 миллионов рублей. Большое внимание в регионе, как и во всей России, уделили ценам на лекарства. Благодаря предпринятым мерам нашим соотечественникам удалось сэкономить за год 35 миллиардов рублей. Клиника варикоза нет в Ульяновске уже 3 года занимает первое место в рейтинге продокторов среди специализированных клиник. На сегодняшний день это более 10 тысяч благодарных пациентов, которые доверились специалистам. Татьяна Александровна сделала лазерное удаление вен в клинике 1,5 года назад. Многие годы я откладывала визит к врачу. Варикоз достиг такой стадии, что образовались тромбы. И я обратилась в клинику варикоза нет. Не откладывать лечение вен – ведь это не сложнее, чем сходить к стоматологу. Всего за 40 минут без разрезов и наркоза можно избавиться от варикозной болезни. После процедуры врач назначит часовую прогулку, и можно приступить к работе и своим повседневным делам. Пройти лечение в клинике варикоза нет можно и в рассрочку, без переплат. В стоимость лазерной процедуры входит сдача всех анализов, компрессионный трикотаж и годовое наблюдение у хирурга. Не откладывайте свой визит к специалисту. Звоните 305-500. Как ребенку противостоять негативному контенту? Этим вопросом задались родители и педагоги на областном родительском собрании. 30 родителей в зале, без малого 200 подключены по видеосвязи. На повестке вопросы, ставшие в последнее время наиболее актуальными. Собрание о том, как родителям помочь ребенку преодолеть вот этот вот весь шквал негативной информации, весь шквал негатива, весь шквал такой пропаганды, в который втягивают наших детей. Научить родителей, как реагировать, научить детей, как реагировать. Сегодня у нас принимает участие это представитель профильных ведомств и руководитель Центра безопасности. Психологи нашего психологического центра «Семья». Ограничение использования отдельных цифровых сервисов, приметы и приемы работы киберпреступников и телефонных мошенников, способы поддержки психологического здоровья детей в обилии поступающей информации. По каждому вопросу вооружают действенными советами и методиками. Советы, в первую очередь, касающиеся фейков, ложной информации, которую в интернете распространяют как правдивую. На подобную информацию, конечно, нужно реагировать с холодной головой и стараться проверить ее в других источниках. Если подтверждение не найдется, то с большой долей вероятности это, конечно, фейково. У меня один ребенок, ей 13 лет, учится в 7 классе. Как и, наверное, любой подросток, мой ребенок проводит много времени в интернете. Я думаю, что, наверное, не только в семье должны вот так, такие беседы проводиться. Я думаю, и на уроках в школе, на каких-то определенных уроках тоже с детьми необходимо беседовать на тему информационной безопасности. По информации профильного ведомства в школах региона, этот посыл уже услышан. Расписание уроки мужества, исторической памяти и классные часы, где детей учат цифровой безопасности. Гульнара Шарипова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Детей с ОВЗ становится больше. Только в минувшем году с отклонениями здоровья родились больше 6 тысяч малышей. Тенденция роста отмечается по всей стране. В такой ситуации важно создать комфортные условия для социализации, оснащать оборудованием и ремонтировать коррекционные образовательные учреждения. Проект «Доброшкола» как раз об этом. Максим Бажанов продолжит. Так, это вы чем тут занимаетесь? Ребята, рассказывайте. Готовим. С
Сегодня на завтрак в 39-й коррекционной школе блины. Их приготовили сами ученики. После капитального ремонта образовательного учреждения и создания тут мастерских, поварская стала одной из любимых среди детей с ОВЗ. Педагоги учат их готовить и обращаться с кухонными приборами. Говоря простым языком, подводят к самостоятельной взрослой жизни. Это создание современных условий для качественного образования ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. И не только образование, но и социализация, и их занятости в дополнительном образовании для того, чтобы они могли самореализовываться. Кроме поварской, в 39-й школе открыли швейную и строительную мастерские, фото-видеостудию. Каждый из классов оснащен современным оборудованием. Их закупка и ремонт помещений стали возможны благодаря нацпроекту образования – проект «Доброшкола». Это уже четвертое коррекционное учебное заведение в регионе, которому он подарил вторую жизнь. В этом году по нацпроекту отремонтируют еще два образовательных учреждения. Одно из них – это школа-интернат номер 16. Здесь также появятся специализированные мастерские для успешной социализации детей с ментальными особенностями. Например, в школе появятся современные лаборатории физики, химии и биологии, плюс своя фото-видеостудия и мастерская поварского дела. Последнее для школы крайне актуально. Большинство учеников образовательного учреждения продолжают учебу в колледже общественного питания. Это будет каким-то стимулом. Это очень хорошо в том плане, что дети, прежде чем поступить в учреждение профессионального образования, что называется, пощупают и своими руками научатся готовить. Школу обновят не только технологически, но и внешне. Сделают капремонт. На все выделено больше 20 миллионов рублей. Аналогичная сумма поступила на баланс 91-й школы для слепых и слабовидящих детей. На те же цели. Уже этим летом везде приступят к работам. Надо отметить, тенденция роста рождаемости детей с ОВЗ ставит перед регионом задачи глобальнее ремонта. Давайте тогда надо посмотреть действительно по строительству нового учреждения, полноценного, со всем спектром последних возможностей, значит, достижений нашего научного прогресса. Чтобы повлиять на статистику, Алексей Русский предложил проводить со старшеклассниками больше разъяснительных работ. До детей нужно донести на ярких примерах важность ведения здорового образа жизни и создания молодой семьи. Максим Бажанов, Александр Рассохин, «Вести», Ульяновск. Полгода назад в Ульяновске был создан инклюзивный театр «Мост». В нем занимаются как обычные дети, так и ребята с ОВЗ. Таких заведений в нашей стране можно сосчитать на пальцах одной руки. И вот в этом театре состоялась первая премьера – спектакль «Репка». Смотрите в нашем материале. В инклюзивном театре «Мост» пока небольшая труппа. В премьерном спектакле «Репка» занято около 10 актеров. На вереницу и стянут-подтянут в самый раз. Трактовка народной сказки современная и интерактивная. А в этой постановке еще и музыкальная. Но за внешней легкостью большой труд всех. Дети, которых мне представили как не умеющих, положим, проявлять какие-то эмоции, не имеющие эмоциональной памяти, мы просто научились этому практически на занятиях, да, благодаря там каким-то приемам, каким-то техникам, мы заставляли их проявлять эмоции и запоминать их. И тем самым потом использовать накопленный опыт прямо на занятиях уже в спектакле. Он меня научил, как держаться на сцене и как быть внутри себя. И я уже сам себя полюбил. В этой постановке участвуют пока только ребята с ОВЗ из реабилитационного центра «Радиус». В следующем спектакле «Птенчик. Короткие крылья» к ним присоединятся уже дети из кинотеатральной школы. Для обычных детей это уроки толерантности, но они такие как бы получаются хаотично, спонтанно. Они не навязывают какие-либо стереотипные мышления, еще что-то. А таким детям больше и получается возможности плавно вписаться в общество, потому что театр – это он стирается границы. В план у инклюзивного театра «Мост» не только новые постановки. Со своими спектаклями труппа собирается гастролировать. Элла Шахова, Михаил Державин, «Вести», Ульяновск.
Искусство объединяет. В Ульяновске стартует традиционный 16-й по счету региональный театральный фестиваль «Лицедей». Сегодня на основной сцене театра драмы состоится представление «Бродский. Пространство и время». В исполнении актера театра и кино Владимира Кошевого прозвучат стихи. Выступит и Ульяновский симфонический оркестр. Это станет своеобразным переплетением «Лицедея» и музыкального фестиваля «Мир, эпоха, имена». Мы понимаем ценность вот таких, скажем, каких-то перекрестных моментов. Все региональные театры, государственные, негосударственные театры, все жили полноценной театральной жизнью в предыдущий 21 год. И, конечно, это однозначный успех развития театрального искусства на территории региона. В течение недели можно увидеть постановки от всех театров региона. Будут задействованы не только большая и малая сцены Ульяновского драматического, но и другие театры. Постановки самые разные. Классического спектакля «Волки и овцы» от Димитровградского подиума до пьесы хорватского автора «Все о женщинах» от небольшого театра, где три актрисы сыграют с десяток ролей. Организаторы обещают, будет интересно. В этом спектакле женщины предстают в самых разных ипостасях. От маленьких крохотных девочек в детском саду до бабушек, таких уже в почтенном возрасте, которые проживают в доме престарелых. И кроме всего, там 5 сюжетных линий, 5 эпизодов, которые так или иначе между собой связаны. В общем, такой еще театральный квест. Что очень часто, особенно классику, как-то так выворачивают, что не всегда сразу поймешь, о чем идет речь. Вот у нас театр такой, я бы сказал, консервативный. И я не считаю это слово ругательным. Это называется классический. Да. А я не считаю это слово ругательным, а совсем даже наоборот. Главное, чтобы театр не был скучным. А, например, молодежный театр объединил рассказы Чехова о Генри и Эдуарда де Филиппа в руководство для желающих жениться. У театра «Кукол» будет постановка почти без слов по японской сказке. Закроется фестиваль 27 числа спектаклем «Кабаре. Бродячая собака» от театра имени Вахтангова с участием народной артистки России Юлии Рудберг. На сегодня у нас все. Далее информация о погоде. Я же с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области -6, -11, Ульяновске -7, -9. Завтра днем по области +2, +7, в Ульяновске +3, +5. Ночью и утром на дорогах гололедица.